Всем привет! Хочу вам сообщить, что я сделал ребрендинг закрытой группы. Теперь кардинально в закрытой группе поменялась ситуация. Теперь я не просто даю сигналы, я обучаю людей скальпингу. Качество сигналов очень выросло, потому что я отсеял ненужные сигналы. И теперь работаю не на количество, а на качество. Теперь мы торгуем чисто по скальпингу. В этом видео я все вам хочу детально показать. Досмотрите это видео до конца, кому это интересно. Также я записал видео, как я сигналю. Но не все сразу. Теперь у нас в закрытой группе бывают такие дни, что нету ни одного минуса. Я с уверенностью могу сказать, что у нас самая лучшая группа по сигналам. Самая большая, самая лучшая. Можете ходить по другим группам, но все равно вы вернетесь к нам, это вопрос времени. Итак, погнали, захвачу вам недельку, все вам покажу, детально все расскажу. Кто-то там что-то не верит, смотрите. Итак, начинаем. Минутная готовность, правила. Погнали, смотрите, выходной день, делаю обзор на криптовалюты. Кстати, сейчас Олимп добавил очень много криптовалют, это очень классно и удобно. Люди вот голосуют. Видите, проводим голосование. Отличная ситуация на биткоине. Заходим на просадки. Видите, отличный уровень. И у всех сигнал заходит в плюс. Дальше, следующая ситуация. Такая же ситуация на эфире. Вверх 5 минут. Также на просадке. Именно пишу, чтобы люди заходили на просадки. Если уже сигнал немного пошел выше, чтобы люди тогда не заходили. И у всех опять плюс. Так, идем дальше. Вот отличная ситуация. Тоже сигнал заходит в плюс. Видите, проводим конкурсы каждый день. В закрытой группе у нас идет конкурс на 500 рублей. Вам ничего делать не нужно. То есть, если вы участник закрытой группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше. И такого нигде нету, только у нас в закрытой группе. Дальше, начинаем новый день. Делаем голосование. Заходим на пике, смотрите. Отличная ситуация. И сделки заходят в плюс. Сигнал шикарный. Дальше ставим на просадке. Здесь сигнал у нас зашел в минус. Да, у людей в минус. Но видите, я объяснил, я зашел на повышение, у меня зашел сигнал в плюс. Кто вот поставил в этих просадках, вот здесь или вот здесь, все равно сигнал бы зашел в плюс, но люди не успели. И у людей сигнал зашел в минус. Дальше. Отличная ситуация. На пике. Написал специально, что ловим пик. Смотрите, как это делаю я. И заходим на понижение. Я вам напоминаю, что я публикую сигнал и только тогда сам уже захожу. Отличная ситуация Zcash, отличная ситуация с уровнем и сигнал заходит в плюс. Также на Ripple, видите, здесь по теханализу, тоже у людей плюс. Опять ситуация на Ripple. Кстати, криптовалюты очень хорошо поддаются техническому анализу. Видите, был пробой уровня и сигнал заходит в плюс. Дальше, вот смотрите, да, я отправил всем деньги. Деньги я отправляю в течение недели, собираю всех победителей и вот перевожу всем деньги. Вот на белорусский кошелек не прошел, я попросил человека, чтобы он зарегистрировал рублевый кошелек. Вот написал, на данный момент деньги всем перевел, кроме Ивана и Екатерины. Жду их реквизиты. Идем дальше. Вот, по поводу фейков. Люди скидывают мне сюда фейки, активно мне в этом помогают. И мы вместе их баним, очень быстро теперь баним фейков. По поводу фейков, хочу вам сказать, что я никогда никому не пишу первым. Это самое главное. Второе, я никогда не занимаюсь раскруткой счета, раскруткой депозита. Вот это вот запомните. И у меня одна оригинальная страница. Я никаких других страниц не создаю ни под какими предлогами. Запомните это. Но вот эти вот люди уже в бане. Написал, очередная партия забанена. Так, начинаем новый день. Начинаем, что у нас? Понедельник. Отличный сигнал, да. По тренду на пике. Плюс. На просадке. Ну как плюс? Не сильно уверенный сигнал, но если вот люди зашли вот здесь вот выше, у людей плюс. Здесь тоже такой вот был шаткий сигнал, но тоже, видите, у людей плюс. Радует уже то, что вот
Люди уже научились правильно заходить. Вот люди раньше думали, что если я выдал сигнал, нужно сразу же моментально заходить. Я, например, выдал на повышение, люди сразу же заходят, а график, например, уже выстрелил. Но люди не успели, и люди все равно заходят. Теперь люди так не делают. Если уже график выстрелил, люди, понятное дело, не заходят, потому что сигнал зайдет в минус. Следующий сигнал. Отличный уровень. Здесь чистейший сигнал, у всех, конечно же, плюс. Так, идем дальше. Смотрите, сколько нас в понедельник. 926 человек. Идем дальше. Тоже шикарный сигнал. Правда, было опасно. Но у всех плюс. Вы заметили, что был только один минус? Один минус в ряд. Представляете? Можно торговать с мартингейлом. И без мартингейла все равно вы будете в плюсе. Так, здесь у нас сигнал заходит в минус. Следующий сигнал заходит в плюс. Я здесь еще раз зашел. И у всех тоже плюс. Опять произошло пробитие уровня. Тоже сигнал заходит в плюс. Идем дальше. Плюс 2000, плюс 1500. Люди оставляют отзывы. Такой вот опрос. Кто пошел пить чай, кто пошел пить Хеннесси. Так, так, начинаем новый день. И начинаем с отличного сигнала. На просадке сигнал заходит у всех плюс. Специально вот написал, чтобы люди открывали полную картину графика, видели точку входа и от нее уже отталкивались. Так, сигнал заходит в плюс. Дальше вы видите затухание, уровень не пробит и сигнал заходит в плюс. Так, смотрите здесь. Здесь у нас шикарный был уровень. Видите, раз. Раз, два, три. Цена не могла пробить наш уровень. Я вот опубликовал такой пост. По вашему анализу выбираем для себя пик и ставим на 5 минут на понижение. Валютная пара. Поехали. Даю вам волю, чтобы вы сами решили, где ставить. Но именно на пике. И здесь люди поставили, кто где мог. И видите, и у всех сигнал зашел абсолютно в плюс. Вот такая вот ситуация. Идем дальше. Вот я написал, что видите, как долго держался уровень. Было 6 касаний. И график ушел у нас вниз. Так, идем дальше. Собираемся. Это уже у нас среда. Начинаем мы среду с отличного сигнала. Здесь чистейший плюс. Дальше здесь был шаткий сигнал. Здесь у меня одна сделка зашла в плюс, одна в минус. У людей здесь тоже минус. Ну такое, плюс-минус, плюс-минус. Будем считать, что это минус. Дальше. У нас идет шикарный сигнал на пике вниз 3 минуты. Но я в этот сигнал зайти не успел. Видите, тоже бывает, что я не успеваю заходить в сигналы. Но люди зашли, здесь тоже просто чистейший плюс. Идем дальше. Следующий сигнал. У нас плюс. Здесь по теханализу, видите, тренд пошел вниз. На верхней позиции мы заключаем сделку на понижение. Тоже у всех плюс. Следующий сигнал. Тоже плюс. Видите, написал, что работаем с этим коридором, с этой валютной парой. Евро-австралиец на 2 минуты на пике вниз. И у всех, конечно же, плюс. Шикарный сигнал. И последний сигнал. Тоже у всех плюс. Тоже просто чистейший сигнал. Где бы вы ни зашли, все равно был бы плюс. Ну, понятно, что у всех плюс. Смотрите, было 1000 человек. Сделал вот такой вот опрос. Кто на реале? На реале торговало у нас 639 человек. На демо 162. И просто люди наблюдали 294 человека. Видите, 1000 человек. Какая у нас активность в закрытой группе. Здесь, понятно же, день шикарный. Два, можно сказать, минуса. И 5 чистейших плюсов. У всех, конечно же, плюс. Вот, видите, люди. Видите, минус 700, виноват сам, пара ошибся, а сигналы просто супер. Спасибо, и вам всем спасибо.
качественные сигналы, спасибо. То есть все кардинально у нас изменилось. Вот такая вот, народ, ситуация. Вы все видите сами, да? Был только один минус в ряд. Ну вот, у кого-то минус 500. Тоже есть такие люди. А так, понятное дело, у всех, конечно же, плюс. Так что дальше только лучше. Вместе мы одно целое, вместе мы одна команда. И будем развиваться, буду стараться давать еще качественнее сигналы. Чтобы попасть ко мне в закрытую группу, нужно написать сообщение этого сообщества «Прими в команду». Только в сообщение этого сообщества. Ни в личку, ни в комментарии, только сюда, только так можно попасть в закрытую группу. Вход абсолютно бесплатный. За вход денег я с вас не беру, но для этого вы должны быть моим партнером. Также ежедневно в открытой группе проходит розыгрыш на 500 рублей, как в закрытой, так и в открытой. Здесь вам нужно просто сделать репост записи. Так что добро пожаловать, всех жду. Спасибо вам за просмотр, подпишитесь на мой канал, поделитесь этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Поставьте лайки этому видео. Всем удачной торговли, всем пока.